Итак, друзья, всем привет! Сегодня начинается мой новый день. И сегодня я опять иду встречаться с Элиной. Мы сегодня пойдем на улицу Хондэ. Элина и я там довольно часто любим встречаться и гулять. Там много разных кафе, много мест, где можно вкусно покушать, также сделать фотографии. Я сегодня достаточно так просто оделась. Я в черной толстовке Барби. Я купила эту толстовку только из-за того, что я очень обожаю одну песню от Ники Минаж. Я думаю, вы догадываетесь, какую. Также на мне светлые джинсы. Что, ребят, я сейчас пойду ловить такси и будем выдвигаться с вами. Ищем мясо, мясо поесть. Кушать. Сегодня много людей. Пришли в кафе, в котором постоянно любит сидеть Элина. Вот так. Взяла панчаны. Заказали еду. Что мы заказали? Мы заказали мясо. Да. Стейк. И... Что я заказала? Шашлык заказала. Я с утра ничего вообще не ела. Как же вкусно пахнет. Посмотрите, как вкусно выглядит. Вау. Приятного аппетита. Я уже все съела. Лина, как у тебя еще половина мяса осталось? Я, наверное, все не доем. А я все съела. Какой у нас дальше будет план? Мы вместе будем фото. Так, мы уже поели, наконец-то. Элина мне показала какое-то классное место, где можно сделать прикольные фотки. Вот мы сейчас дойдем. Солнышко! Ура! Тут магазинчики разные с одеждой. Да, вот. Пришли в это место. Там так красиво было. Котик, смотри, какой милый. О, сколько же всего много. Тут так красиво. Дорему. Хочу фоточку сделать. Сакура, мы в Японии. Элина, какую ты шапку хочешь выбрать? Какого-нибудь рака? Рака. Как смешно. Просто вот так вот. Мы октопус. Нормально одела? Следующая шапка. Вот как выглядит этот автомат. Давай, Элина, врубай нам. Розовый. Розовый, да? Да, розовый. 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 Два, да? Да. Пока два. Пока что два. Что такое? Всякие... Что это такое? Мне кажется, просто розовый лучше. Да. Больше как-то... Потому что свет, почему сверху? Что? Нет! А, фу! Давай, что будем делать? Давай, обнимемся. Давай. И. Боже!
хочу. Сейчас посмотрим. У, сам, и, кири. У, сам. Вообще. Почему? Смотри, фотографию. Не знаю. Вообще фотошоп. Итак, ребят, что у нас получилось? О, кстати, красиво. Держи. Ой, классно! Мне нравится! Слушай, даже красивее вышло так. Я просто осьминог. Ами, ами. Yeah, you got the yummy. Какое тут классное облачко. Такое прикольное. Мы нафоткались и сделали видео, и так много людей сюда пришло, поэтому мы уже уходим. Мне очень нравится их шляпа с какашкой. Шляпа еще пора. My last made me feel like I would never try again. Все, мы уходим. Я хочу пойти в какую-нибудь кофейню. О, помнишь, мы... О, нафоткались мы просто офигенно. Красиво получилось. Ею. А, клубничка это продается. Я не понимаю, как они могут танцевать там такой. Они голые почти. Я хочу такого большого кролика себе домой. Кролика? Вот такого? Да. Фото есть. Все начинают фото продавать. Раньше таких не было. Элина, что ты скажешь по поводу этой сумки? Красивая. Для тебя, для меня. Наверное. Что мы взяли? Два таких пирожных. Это булка карамельная, а это чизкейк с ягодами. Мы сидим в таком кафе с бассейном, пока наш заказ готовится. Так, напитки. Мы сфоткаемся сейчас в зеркало или потом? Мне очень нравится вот это. Просто пересвеченное, но это можно исправить. Снимали тиктоки для наших аккаунтов. Заходите на мой, заходите на аккаунт Элины. Я там все оставлю в описании. А, мы такие классные видео сняли. Сейчас в кафе сидим, тут достаточно долго.
уже все съели, все было очень вкусно. Уже где-то 7 часов вечера, представляете? Почему так время быстро идет? Я взяла с собой камеру, чтобы сделать красивые фотки, более профессиональные. Сейчас мы еще выйдем на балкончик, снимем для Элины ТикТок. И потом еще чуть-чуть пофоткаемся. Вот мы уже сделали просто кучу видосов и фото. И сейчас пойдем еще погуляем где-нибудь. Может быть, покушаем, я еще даже не знаю. Все, мы выходим из этого кафе. Так, мы вышли из магазина, мы еще немного постояли одежду. Сейчас еще прогуляемся. О. Так, ребят, тут очень много магазинов с классной одеждой. У меня в последнее время стиль как у пацана. Но вообще я еще хотела бы попробовать такой милый стиль. Потому что чаще всего, когда в магазин прихожу, я вообще не могу выбрать, что с чем сочетать. Просто так каждую вещь по одной покупаю, а потом не знаю, как ее носить. Вот еще такие маленькие магазинчики с одеждой здесь. Давай найдем твое лицо. Где-нибудь здесь даже. Давай. Ты думаешь, здесь есть? Она мне сейчас сказала, что в прошлый раз здесь она видела футболку с моим лицом. И мы пытаемся ее найти. Но пока что не получается. Вот такой магазин мне понравился с одеждой. Смотрите, куда мы зашли. О, я хочу плюшевую игрушку. Котики! Я хочу выбрать, за кого поиграть. Я... Сколько тут милых? Нет! Надо вот это крайний пончик, видишь? Давай я для тебя. Давай. Почему я потела? Зашли с Алиной покушать, посмотрите, какую огромную нам порцию принесли. На фото было говно маленькое. Да, на фото маленькое это вообще. Для одного человека. Вау. Я очень люблю вот эти грибочки. Грибочки? Да. Всем доброе утро, ребят. У нас сегодня дождь, посмотрите. Нет! Я только встала с кровати. Сейчас уже почти час дня. Из-за такой погоды мне тяжело проснуться. Наконец-таки я получила этот журнал. Вы не представляете, как долго я хотела его увидеть. И тут написано: Даша, with Миша. Даша, это я, да. Та-дам, сейчас буду я. Та-дам! Вот написано: Даша, with Миша. Тут указана помада, которая мне использовалась для вот этого вот макияжа. Вот, затем
другой разворот. Здесь также мои фотографии. Вот это самая моя любимая фотография. Посмотрите. Очень нравится эта фотография. Она настолько профессионально и круто выглядит. Также вот такая. И watch this face. Тут идет мое интервью. Идет бэкстейдж некий. Фотографии за behind the scenes, так сказать. И вот тут идет мое интервью. Я выкладывала, ребята, в Инстаграм полный разворот этот. Я так рада, и вы не представляете, у меня такие эмоции. Я не могу описать свои эмоции, когда ты видишь свои фотографии в журнале. Это так странно. Я вообще не могу вам описать, что я чувствую. Также, ребята, сегодня ко мне придет Элина на ночевку. Мы с ней устроим мини-вечеринку. Я буду есть в первый раз. Время 2:37. Так, ребят, мне принесли панчаны и рис. Горячий. Я очень голодная, если честно, это мое любимое место. Я часто сюда хожу. И тут сегодня никого нет. Как раз я села в таком месте. Оно еще бурлит. Очень горячий. Я обожаю этот суп. Здесь свиные котлеты с салатом и сами панчаны. Приятного аппетита! Нам принесли еду, Элина уже пришла ко мне. Мы заказывали доставку. Никуда, потому что ходить сейчас не хотим. Вилки-палки. Одна пришла. Вот и наша еда просто. Но это еще не все, нам еще придет стейк. Мы очень голодные. Итак, ребята, нам стало скучно, и мы подумали, почему бы не пойти в спортзал? Там немного тренажеров, но, в принципе, все такое основное есть, да, и никого нету, поэтому мы сейчас будем просто... Урики так анти, урики так анта, урики так анти. И... спортзал! Урики так анти, урики так анта, урики так анти. Немножко разгребся. Итак, давай, Саш, давай. Я умею, смотри, держи-ка. Так, сколько тут у нас? 8? Я поняла. Посмотри. Умеешь. До свидания. Смотрите на мой бус. Включаем спину. Теперь мы будем делать. Садимся вот так. Ноги сюда. И поднимаем. 20 килограмм. 20 килограмм. Отвечаю тебе. 20. Попробуй теперь ты. Давай. Давай, о, тренер, да? Даша. Да, 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 да. Давай. Просто вот так? Да. Поднимай. Тяжело? Всем привет, ребята. Мы с Алиной сейчас вышли на улицу и ждем такси. Мы хотим поехать что-нибудь покушать, потому что уже день. 3 или 4 часа дня сейчас. Мы до сих пор ничего не ели. Это твоя ветвь? Да. Элина, расскажи, куда мы идем? Твой любимый напиток. Мизукару. Элина, ты пила этот напиток до этого? Я иногда пила. Ты говоришь, что это вкусно, я тоже надо попробовать.
В магазине котики. Вон еще. Бедная. Мне нравится, у нее такая мордочка красивая, она какая-то странная. Что он делает там? Она хочет с той поиграть, которая кушает возле машины, вон.